Привет, с вами Алексей. Продолжаем играть в Baldur's Gate 3. Прошлый ролик был небольшой, 20 минут, но зато с розыгрышем. Так, ну и чё нам делать? Посмотреть хочу, что это за шлюпка. Короче, на этом острове он со мной. Но если я решу уехать... Для чего прятаться-то, не пойму. Давайте попробуем с ним поговорить, он вроде хотел. Блин, сложный выбор. Oh.
Пал на меня. Так это главное, что не надо с ним разговаривать. Ладно, давайте перемотаем. Пусть он нам еще поможет со всей этой пещерой. Потом мы якобы согласимся. Но не знаю. Пойдем туда, наверное, и расскажем тому чуваку о его предательстве. Может, нам это как-то дополнительно аукнется. Не знаю. Хотя эти бы два чувака одобрили, это уже плюс. Убить его в целом, я думаю, будет несложно. То есть он сейчас никого не призвал, если бы там был бы тот монстр на его стороне. Ну, чуть-чуть посложнее было бы, да. Вот так. Ну, балбес, ну что ж вы делаете-то, ну? Куда вы бежите вперед, батьки, ну? Что больше, блин, как же сюда этого монстра пропихнуть-то, а? Тут чего остался, ну? Ты с нами что, не хочешь идти? Ты пухленький, да? Яйцо. Опять какие-то пауки.
breathing, despite everything. Come on, open up. Must have been a drow supply cache. Nothing left but some empty boxes. Defender of the people. Ты же такой же, как у нас, что ли? Но даже лучше. Легкая броня. Что-то надеть. Брони, конечно, поменьше, но вроде места есть, но не хватает чуть-чуть, блин. Делать. Что там урон какие-то наносится. Можно сюда еще запрыгнуть или вот сюда зайти, но там мы еще не до конца были.
Watch how you go. There's a trap. This calls for careful footwork. Это не окаменевший дров. Что-то же их окаменело. О, здесь что, метка есть? Телепорта. Это вот здесь. Это вот. Нет, это не подойдет. Вот же тропинка есть, не? Что, серьезно, здесь пройти можно было? Да ну нафиг! Да ну нафиг! Да ну! Вы что, гоните? Я же их всех сюда могу телепортировать. Монстры решили меня не телепортировать, да? И дедулю. Понял. Так. Ты не уязвим к ядам, что ли? To rest.
Блин. Ой-ой. Наблюдатель. Да вот он, босс из бутылки, который, бля, еще захвачен врасплох. Так, а чем снимать отворожение можно? Биолхолдер, операция. Чё, тема иммунитета влада ни на что? Нету? Нету. Ну тогда... Тогда... А ну-ка, атака под... Чё такой маленький шанс? Цель затемнена. Собака. Забыл про тебя. Ну какой промах, блин. И должно быть действие у меня. Вот это вот здесь удаёт. Сечение. Ладно, как-то. Иди отсюда. Я на гитаре.
так играть. Слепота, хорошо. Пошел. Все. Хорошо. On my tongue. I offer to parley, and he brings a spectator. Twit. Quite ruined my ambush. Now, you are? Puh. A rival. A mere footnote to my legend. You should be more concerned with who I am. I am Dorn, third son of House Bartol, first rank evoker, and initiate of Graven Hollows. Oh. Oh no, no, my dear dark gods below, no! A memory shard. They hold their glow for years, and it's fading. It contains knowledge that is precious to me. If it has grown this dull, then my enemies have already found the forge. Which bastard stole my glory? Zargrim? Philro? Possible. My rivals would have stopped at nothing. Unless... Huh. Ha! The fools must have turned back, or, better yet, died in the search. Good. If they had just surrendered their research to me, we might have found the forge together. But no. They hoarded their knowledge, left each of us clinging to scraps. I had the good sense to lock mine away in the shard. And now I can claim the forge alone.
Enterprising of you. The others knew of the forge's defenses, its operation, but I am the only one who knows its location. You proved your power in freeing me, but I need no more rivals. Try to take this as a compliment, yes? Все равно на меня напали, лол. Понял. Да лол, все время не участвовал. Что летите, я тогда его нужно аккуратненько убивать. Так убили от них, начались уже другие, блин. Making my move. Он теперь за меня, да? Прикольненько. Чудовище.
Да, нафиг. Хорош. Swift as my feet can carry me. С тобой управляю или нет? Может атаковать заклинание, взглянуть, получать преимущество всех проектов диалогов. А, только его не может быть. Блять. Осколок памяти есть, припасы есть. О, ледяная рукоять. То, что раньше, наверное, был посохом. Виден винтик. У меня есть от этого самого. От копья. Снова. Может оно? Так, разряд молнии, действие класса. Че? Crystal shines only faintly. A memory shard, the wizard had called it. Ладно, это нужно. Если магия, то лучше Уиллу отдать. Сейчас разряд молнии. А, вот, сколько 30 ваших жилов. Или фокус молнии наносит урон молнии, равно количество остающихся возрядов молнии. Ой. Долгий отдых. Что-то может неплохое, но как-то непонятно. Точно изменил отдых, чтобы он с нами поболтал. Сохранимся. Облик меняем, чтобы он вообще стал с нами разговаривать.
wasn't alone in hunting this adamantine forge. Sharp as ever. The crystal shines only faintly. A memory shard, the wizard had called it. Я просто пароль спрятал. Crystal's glow swells, drawing you into its depths. Transported. Somewhere deep, loud, hot as the hells themselves. Within the Underdark's bowels, beyond an ancient stronghold, hovers a giant hammer, waiting to fall. An echoing clang, and you're back to yourself. Left only with a firm sense of a place. Grand Forge. The crystal shines only faintly. A mem. I can't waste any more time. Привет, Кися. Привет, привет. Action, not reaction. Ну вообще с него ничего нет, с этого наблюдателя. Потрёпанная накидка дроу, испытание ловкость плюс один, легкая боя. Перегрузка. А точно рукоять. У кого была? Сейчас давайте копье собирать. По типу давайте. Так, где оно? Где оно? Где оно? Скрестить надо мне вот ледяную рукав взять. А, и тут три части. А, ну можно либо так скрестить. Ну, давай. Смотрим, где на кристалл. А это можно? И вот это. Нет. Обязательно все три части должны быть, да? Ледяной кристалл. Да, вот это вот по-любому ледяной кристалл, надо, да. И что-то еще ледяное, наверное, должно быть. Но у меня этого пока нету. Ладно, понял. Перегрузка. Вот этих потом можно будет прийти побить. Или сразу побить, пока не ушел. Так сказать, не отходя от кассы. Вес. Как дать им по башке? Thank you.
похоже, только соль. Чего еще кто-то что-то хочет? А ты, наверное, хочешь модули, да? Сейчас тебе грибочек устроит. Что такого тяжелого на тебя? Место есть. Мерчик есть. Это тут что-то есть. Еще кто-то есть? А вот есть еще один. Ты че в нокауте? Я не понимаю. Че? Чего на нокаут уходит, я не понимаю. Уже второй раз. Само бьет, само нокаут уходит. Never a dull moment. Thoroughly un. Для это все. Давайте на долгий отдых, да, пойдем. Что, ничего не случилось? Уже, наверное, закончились всякие интерактивчики. Первый раз такое, что просто переночевал и
Ничего не произошло. Так, ну ладно. Так вот, стенка какая-то необычная, мне кажется, нет? Это обычная стенка оказалась. Да, как, ну тут дальше сюда вот можно проходить. Что-то интересное. Ладно, больше чем нажимать. Фолк. Скоро приду. Я же сказал, что скоро приду. Нет. Через 8 минут приду. Прилично уже нас свалился. Все. А, ну это тот чел. От той группы, которая наверху была.
check it out. И что ты здесь нашел такое? А, типа не настоящие грибы, что ли? Так, а куда я попаду? Давайте попозже. Грибочки, кстати. Ты будешь вообще к нам идти, нет? Кстати, помогает на толстячку. Угу. Ну, давай поднимем. Да особо ничего, просто обычный. Так вот, если особенно вот этого принца зачаровать. But it doesn't do much. Another step forward. Looking ahead. Light on my feet. Scorched ground. Better watch out. Больше стрелять, не? Да, стрелять.
Какая-то дверь. Понял, был не прав. Чё, пойдём отдыхать? Да. Всё, кисло ложится спать, пора идти отдыхать. Ну, как у меня тут камера новая порежет. Как её настроить? Ладненько, чуваки, давайте. На связи. Эй, камеру-то не толкай, ты чё, ногастая? Всё, давайте, чуваки, до завтра, на связи, пока-пока.